Всем привет! 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 Сегодня у нас набор для росписи витражей. Давно мы с вами, кстати, не виделись. И вот решили заняться, попробовать витражи. Вот такой вот наборчик. И вот попробуем его открыть и рисовать. Давай, мам. Да, вот здесь у нас вот такие витражи. У меня синий. Собачка и у Даши пчелка. У меня план. Да, вот такие вот у нас цвета интересные. У меня зеленый. Зеленый, голубой, желтый и розовый. Давайте попробуем. У меня розовый. На, держи, Даша. У меня? Держи, Миша. Давайте, мама вам немножко поможет, потому что мы занимаемся этим первый раз. Мы открываем. Мам, давай сделаем вот так. Вот так вот. Смотри. Делаем так, мам. Делаем вот так, мам. Давай раскрашивай. Мам, сделай вот, вот так. Зачем? Потому что мы... команда. Да. Ура! Держи. Вот, Даша уже вошла во вкус. Ты вовсю раскрашивает пчелку. Миша начал с ошейника собаки. Класс. А собаку каким цветом будешь раскрашивать? Еще зеленый. Хорошо. Колпачок закрываем. Да. Да. А я вот это. Желтым, да? Угу. Даша, когда ты выучишь у нас все цвета? Угу. Даша у нас знает розовый, фиолетовый, черный, а остальные постоянно забывают. Ой, ну ничего страшного. Нажимать там надо, да. А мне вот давайте вам помогу немножко. Да. Как клей. Да, похоже на клей. Похоже на клей, мам. Чуть-чуть выдави, смотри, и потом размазывай. Выдави и размазывай. И масную. Класти мою. Вот это я хочу. Мама, зеленый, желтый. Да, красиво будет собачка. Лапки зеленые. Даша, надо ошимать, Даша. А потом размазывать. Да. Смотри, какой колос. Выдавливаем и размазываем по выделенной территории. Носик. Нет. Не получилось. Получилось, Даш? Даш, тебе не получилось. Быстрее, Даша, да? Ну-ка посмотрим, кто у нас быстрее еще. Да. А вдруг Даша быстрее? Нет, это мы. Мы команда, мам. Мы команда. Я тоже команда. Ну, Даша тоже в нашей команде, конечно же. Вот такая у нас собачка быстро раскрасилась. Даша тоже, смотрю, нужна помощь. Мам, вот это покрывай, мам. Давай. Мама, носик зеленый. Еще дай счетой. У нас тут немножечко вылилось. Даша, вообще на эту сторону надо. Постели. Вот сюда. Даша у нас спутала стороны. Поэтому у нас... немножечко неправильно получилось. Мама, я сильно отдаваю. Ага. Ходит. Смотри, мам, вот. Даш, не надо так. Вот, смотри, вот это надо. Это не надо жать, не жмите. Мама, я серьезно вот так сделал. Очень сильно. Да. У нас ничего от собачки, Миш, не останется. Все, у тебя, Миш, получилось. Закрывай крышечки. Команда, да? Да. Закрывай крышечки. Да. Не успею. Не успею. А мне все окупало.
у нас что-то не то получилось. Так, это тоже закрываем. Мам, я сам. Давай. Вот Даша, надо Дося. Помогай, Даша. Даша, не надо так много выдавливать. Да, надо меня размазывать. Вот, давай бумажечкой. Все, ниже не надо выливать, то сейчас на пол выльется. Не надо выливать, Дашулечка, высотулечка. Нет, я еще хочу, мам. Вот бумажку возьми и бумажкой можно распределять содержимое. Вот это моя лошадь. Можно меня лошадь? Все, мам. Можно, мам? Давай не будем, а то у нас переизбыток. Смотри, красный. Мы помогли. Да. Ну команда! Что, покажите деткам, нашим друзьям, как у нас получилось. Это закроем. Мама, синий. Даша немножечко авангардно. Ну, тоже интересно. Я пошел руки помыл. Давай. Вот так у нас получилось. Вот такая пчелка на цветочке. И вот такая вот собачка у нас, Миш, получилась. Да. Надо бы колпачок нам найти, да? Вот он. Ну что ж, давайте пожелаем нашим друзьям пока-пока. И до скорых встреч. Увидимся на нашем канале. Пока-пока. Увольни. Пошлите.